Тамаре состоялся концерт, посвященный памяти двух участников легендарной группы «Битлз» Джону Леннону и Джорджу Харрисону. На мероприятии выступили такие известные музыканты, как Евгений Маргулис, Левон Ламидзе, Валерий Ярушин, а также известная самарская группа «The Black». Ее лидер Владимир Витисян рассказал о том, как музыка знаменитых «Битлов» повлияла на его творчество. Ну, я думаю, на сцене будет происходить то, чего всем нам очень не хватает в нашей обыденной жизни. Теплое дружеское общение, как на сцене, так и в зале. Потому что, ну, невозможно жить человеку только в материальном мире и в мире, где происходят события политические, происходят финансовые коллапсы. Конечно, можно впасть в большую депрессию. Вот нужны такие вечера, нужны такие вещи, когда что-то очень теплое вспоминается, а тема «Битлз», она такая вне времен народов и поколений. Поэтому, на мой взгляд, вот такие события, они очень важны для не только для любителей «Битлз», но и для всех людей, которые просто захотели сюда прийти. Вот для меня это, на мой взгляд, начало с 30-летними корнями, начало вот такой доброй традиции в Самаре. Послушать песни легендарной группы собрались несколько сотен самарцев, среди которых были не только рядовые поклонники, но и те, кто посвятил свою жизнь музыке «Битлз». Наша цель – достойно отметить день памяти Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Уже более 30 лет, 31 год, как нет с нами Джона, и 10 лет, как нет Джорджа. И традиционно в Самаре проходят концерты, посвященные этим выдающимся музыкантам, битлам, которых знает весь мир. Мы их в Самаре давно знаем и любим, мы проводим самые разные концерты, в том числе и концерты традиционные в декабре памяти этих замечательных артистов. И вот сегодня очередная встреча с музыкой «Битлз», с музыкой Джона и Джорджа. И я рад, что вот большая аудитория сегодня здесь присутствует. Очень много молодежи, очень много хороших знакомых лиц, и очень много тех, с кем я впервые знакомлюсь, жму руки, нас узнают, потому что все мы любим «Битлз», а «Битлз» – это та субстанция, которая не нуждается ни в какой рекламе, ни в каком представлении. «Битлз» – это все.